Доброго времени суток, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале ПАР. Это короткое видео посвящено владельцам хомячков. У нас недавно произошел казус, хомячок сбежал и несколько дней не появлялся, как вдруг однажды упал в ведро с грязной водой, в котором еле выжил. Оставаясь на плаву несколько часов, беглец, естественно, был ослаблен и действительно еле выжил. Долго выхаживать не пришлось. Хомячок немного прогрелся в руках, поел, пить совсем не хотел. Хорошенько выспался и сам привел себя в порядок. Вылизался и причесался. Будьте бдительными и следите за своими хомячками, чтобы не попадать в подобные ситуации. Удачи вам и спасибо за то, что смотрите нас. Всего вам самого доброго и до новых встреч. До свидания. Обязательно подпишитесь на наш канал.